все наши страхи, они или связаны с тем, что действительно нас испугало что-то очень сильно, может сильно испугать. Вот посттравматическое стрессовое расстройство, такой тоже известный диагноз, да, связан вот с реальным испугом. То есть все, кто пережили насилие реальное, все, кто пережили там, войну, бомбардировки там, и так далее, они потом, у них вот флешбеками потом возвращаются эти переживания. Да, мозг, как бы сказать, продолжает, перепуганный мозг продолжает искать бомбардировку, в которую он попал. И флешбэк такой. Знаете, что такое флешбэк, да? Вот, значит, иерархический инстинкт точно так же. Если мы не удовлетворены нашим, как бы сказать, нашим местом, положением в стае, мы ищем себе какую-нибудь тревогу, на которой мы концентрируемся. Почему так модно ВСД? Потому что это как бы болеть... Это же как бы благородно даже по-своему, причем сердцем, в основном-то, да? Лучше по носам, но не хотят, но все сердце. Вот, да, благородно, красиво и так далее. И вы все, вот вы просто, я прощаюсь с вами сегодня. Да, в этом есть какая-то, хоть так возьму верх. Вот. Потом можно заниматься разными здоровьем, понимаете, вот реально себе устраивать карьеру – это работа. Реально зарабатывать авторитет в обществе – это работа. А вот и труд. А вот ходить по врачам – это вроде бы тоже важное занятие, если помираешь. Да? И можно не делать работу, которую надо. Улавливаете, да? Ну, про секс вообще молчу. Если нет – это стресс. Симпатоадреналовые реакции и дальше… Как бы, или если не нравится. Многим девушкам просто что-то не пошло. Мужчина хочет, а она с ним не хочет, и у нее такое сердце забилось, и теперь к ней приставай. Ну, помирает. Но зато все, вот это, пылинки сдувает, все, берите его. Вот. Значит, короче говоря, вот она структура наших с вами страхов. И, конечно, как вы понимаете, это все страшное галиматья. Значит, вот и мы на это тратим свою жизнь. И вы потратите свою жизнь, если у вас в жизни не будет важного, если у вас в жизни не будет то, ради чего вы готовы, как бы сказать, тратить свою ретикулярную формацию, она у вас вырабатывается, шило, изображаю шило, как шило рисуют, вот так, о. Да? Ну, почти, ладно. Не будем думать, что это еще может быть похоже. Вот, значит, шило вырабатывает, вы хотите, не хотите, у вас вырабатывается психическая энергия. Понимаете, если у вас вот здесь в коре какие-то важные дела, которые вы должны и хотите делать, то эта психическая энергия найдет способ для того, чтобы эти дела начать делать, собирать, думать, вертеть, крутить, понимаете, и происходить. Если дела нету, да, то вот эти тревоги, ну, молодежь проще выпил, накурился, и, как бы сказать, все, отключилась кора, и, как бы, нормально. А, или вот компьютерные игры. Вы что думаете, что такое компьютерная игра? Реальный раздражитель, все. Я там стреляю, меня убивают. Люди бегают кругом, а еще можно командиром стать. Не знаю, чек сдают за это, нет, но командиром можно, в конце концов. И улавливаете, как драматургия. И живут так. Вот. И все катимся в эту жизнь, понимаете? И чем лучше становится, тем хуже. Улавливаете? Потому что надо тратить энергию. А куда? Непонятно.